Всем привет, мои хорошие! И сегодня у нас видео мой первый заказ в Avon. Мне уже не терпится открыть эту коробочку вместе с вами, потому что я никогда ничего не заказывала в Avon, только у подружки, как бы, ну, несколько раз брала масло для волос. Сейчас будем открывать и смотреть. Вот она, долгожданная коробочка. Получала я ее по системе PickPoint. Это, кстати, очень удобно, мне понравилось прям. Приходит код на телефон. Ящик нужный вскрывается сам. И вы забираете свою посылочку в любое удобное для вас время. Хоть ночью, потому что как бы я выбирала самое удобное для себя место. Там магазин работает круглосуточно. Так, и что же здесь у нас в коробке? Накладные. Девчонки, у меня еще к вам огромная просьба. Кто заказывает в Avon, напишите, пожалуйста, что вам больше всего нравится в их продукции. Потому что я здесь новичок. И я вообще, грубо говоря, ничего практически не знаю. Так, здесь, кстати, должен быть еще 12-й каталог. Да, вот они, два каталога. 11-й, 12-й. Будем с вами вместе смотреть. Так, это у нас что? Это у нас акции. Так, скидки. Тоже интересно, посмотрим. От коробочки такой запах классный, какого-то прям парфюма. А, ну здесь же карточки. Tomorrow. Кстати, вот эту водичку я... Ой, класс! Вообще здорово. Нет, не Tomorrow, а какую-то другую я уже нюхала. Today вот эту, да. Но Today мне не очень понравилась. Она, конечно, классная, но там прям яркий такой запах ландыша. Не знаю. А Tomorrow вообще супер. Здорово. Так, ну и сам заказик. Сейчас коробочку отодвину. Взяла вот такой гель для душа, 700 мл. Объемы, конечно, в Avon радуют. Но и цены на эти объемы тоже вообще, ну, смешные, как правило. Это увлажняющий. Насколько я знаю, гель для душа Senses от Avon неплохие. Посмотрела кучу обзоров, подготовилась, чтобы понимать хотя бы, о чем идет речь. А здесь такая заглушечка. И сейчас понюхаем аромат. Пахнет здорово. Какими-то... Ой, тут пион, я его чувствую, я обожаю пион. И он, кстати, такой густой. Смотрите. Я думала, прям вот как водичка будет. Нет, очень густой гель для душа. Аромат вообще классный. Пахнет прям манго и пионом. Это два моих любимых аромата. Я, честно говоря, даже не ожидала. Вообще супер. Так, что у меня было еще? Я заказала себе вот такой антипреспирант. Ни разу не пробовала, тоже буду тестить. Расскажу вам потом, стоит она того или нет. Защита 48 часов для женщин, абсолютная свежесть, 150 миллилитров. Как-то он стоил рублей под 200, что ли. Сейчас потестим аромат. Так, нажимайся. Нажимайся, говорю. Не хочет. Как же тебе нажать-то? Ой, нажался. Нажался, наконец-то. Аромат, кстати, тоже очень классный. Такой, знаете, аромат свежести, чистоты. Может быть, немножечко алоэ. Не классный, мне нравится. И причем вот он, прошло время, он выветривается нормально. Посмотрю, насколько он эффективен в работе. Так, я взяла для дочери вот такой вот шампунь с кондиционером, без слез. Он у нас с яблочком, 250 миллилитров. Стоят они тоже недорого. Вот смотрите, там инструкция есть, можно открыть, почитать. Сейчас понюхаем. Не фольгировано ничего. Ой, смотрите, откололась крышечка. Как бы не критично, я не консультант, я беру все для себя, но тем не менее, смотрите. Пахнет прям яблочком, зеленым яблочком, яблочным соком. Здорово. У меня дочь любит такие ароматы. Срок годности. Свеженький совсем. Совсем свеженький, но где-то его поломали. Так, дальше.
А я покупала по скидке за наборчик, за вот такой, за 530 рублей. Это у нас шампунь, нейтрализатор, бальзам-ополаскиватель, нейтрализатор желтизны. Кстати, это очень актуально мне, с фиолетовыми пигментами, ослепительный блонд для осветленных эмилированных волос. Это бальзам-ополаскиватель. Ой, он синенький, смотрите какой. Сейчас я вам покажу на руке. Вот как он выглядит. Вот такого цвета. Достаточно густой, что хочу сказать. Запах приятный. Знаете, запах средств таких вот салонного ухода. Когда посещаешь салон, вот там вот так вот пахнет. Ну, посмотрим. Буду пользоваться. 250 миллилитров. Вот за эти три средства я отдала 530 рублей. Так, второе средство. Это шампунь для всех типов волос. Превосходное питание. Драгоценные масла. Тоже 250 миллилитров. Я слышала отзывы про эти шампуни, что они жирнят волосы. Но так как у меня сейчас очень сухие волосы, мне драгоценные масла нужны как никогда. Он прозрачный, насколько я понимаю. Да, прозрачный. И пахнет тоже такой вот серии салонной. Пахнет дорого, скажем так. Такой вот шампунчик. Кому интересно, информация по шампуню. Состава, кстати, на нем нету, да? Не-а. Состава нету. Так, и третий продукт. Это у нас, сейчас скажу правильно, сыворотка для волос «Гладкость шелка». Так, нанесите небольшое количество на сухие, влажные, на сухие или влажные волосы, преимущественно на кончики. Не смывайте, уложите как обычно. Вот эта штука мне очень нужна. И вот эти штуки, я знаю, вы не хорошие. По крайней мере, я брала из этой серии именно масло для волос. Оно вообще супер. Вот такой вот пузыречек. И мне масла хватало на год, наверное. Потому что преимущественно на кончике его используешь. Достаточно густая субстанция. Сейчас затестим аромат. Пахнет так же, как пахло и масло, которое я брала в Avon, репейником. Пахнет репейником. Посмотрим на консистенцию. Так. Ну, масляная консистенция, прям масляная. Мне это нравится, потому что моим волосам сейчас нужно питание. Буду пробовать, обязательно расскажу вам в пустых баночках или сниму отдельное видео про продукцию Avon. Взяла, девчонки, на скидках вот такое вот средство для снятия макияжа с глаз. Avon True Color. Кто пробовал, пожалуйста, расскажите. Стоило оно что-то там 60, 70, 80 рублей. Не помню даже, честно говоря. 150 миллилитров. Он удобный дозатор такой. Вот оно беленькое. И практически без запаха, вы знаете. Легкий-легкий такой запах только присутствует. Вот я так понимаю, при снятии макияжа оно превращается тоже по типу тоника. Достаточно плотная текстура, хочу сказать. Но посмотрим, как будет удалять макияж. Потому что у меня мицеллярки все кончаются. Вещь нужная. Читала много отзывов, что маски в Avon Planet Spa просто прекрасны. Видела много обзоров и хвалят их, особенно вот это роскошное обновление с экстрактом черной икры, маска, пленка для лица. 75 миллилитров. Недорого она мне тоже обошлась. Кому интересен состав и подробная информация на русском. Вот. Так, сама баночка у нас выглядит вот так красиво. Правда, ничего не запечатано. И вот сама маска, она с блесками. Здорово, как, смотрите. Здесь есть золотые блески, если камера вам передает. Вот, видите? Прям золото. Но красивучая маска. Люблю вообще маски-пленки. И что-то как-то у меня все покончались тоже, поэтому это не будет лишней. Буду пользоваться и расскажу вам об эффекте. И последнее в моем заказе, это вот такая помадка Avon True Color. Так, цвет у нас Frozen Rose. Вот, наверное, код ее. Вот он.
Так, а и здесь тоже кот, смотрите, Frozen Rose. Мне очень понравился этот цвет в каталоге, и мне захотелось его взять. Помадка запечатанная, вот так она выглядит в стике. Сейчас будем смотреть на цвет. Так, вот так помадка выглядит в стике. Мне кажется, это будет очень красивый натуральный оттенок. Сейчас с вами попробуем сделать свотч. Так, мне уже, если честно, не терпится ее нанести на губы. Смотрите, у нее есть сияние небольшое, она не матовая. И вот так смотрится на руке. Сейчас я нанесу на губы и посмотрим. Девчонки, вот так эта помадка выглядит на губках. Сейчас покажу поближе. Это мой цвет, я обожаю такие цвета. Вот если возьмем стик, смотрите. Так, он у нас называется «Зимняя роза». Сейчас покажу вам, как он выглядит в каталоге. Смотрите, вот он. И вот сам стик. Совпадение полное. Камера, конечно, этого не передает, потому что ну, каталог немножко отливает. Но вот я смотрю, когда совпадение по цвету полное. Вот этот вот оттеночек, смотрите. Вот. Мне очень понравился. Я хочу теперь из этой линейки, может быть, попробовать натуральный латте и кофе глиссе. Вот тоже очень красивый. Помадка очень приятная на губах. Так, она у нас называется «Ультра». И в следующем, в 11-м каталоге, она тоже будет по распродаже за 199 рублей. Я ее, по-моему, в 10-м еще дешевле брала. В принципе, можете и в 10-м взять. Неплохая помада, на губах ее практически не чувствую. Чувствую такую нежную кремовую текстуру. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой вот у меня был первый мой заказ по каталогу 10-му Avon. Я очень рада заказам, буду продукты тестить и делиться с вами отзывами. Надеюсь на взаимку, потому что очень интересно услышать от вас, если вы пользуетесь какими-то продуктами. Я вот, например, меня интересует очень гелевый карандаш для глаз. Слышала на него много хвалебных отзывов, может быть, вы пробовали. Расскажите, пожалуйста, поделитесь своими любимчиками в Avon, что стоит заказать и попробовать. Но в целом я очень довольна, особенно мне нравится то, что можно тереть странички, нюхать и ощущать аромат. Это вообще круто. Надеюсь, мое видео тоже было вам полезно и понравилось. Ну а я с вами прощаюсь.